იატაკი გაქექილი, კარფანჯრები თითქმის დამპალი და ნორმალურად არ იხურებოდა, არც სითბოს აკავებდა, ქარის დროს ქარი შემოდიოდა, ზოგჯერ წვიმაც. Когда мы начали оценивать проблемы в дошкольном образовании на уровне Марнеульского муниципалитета, мы обнаружили, что в дошкольных учреждениях были в ужасном состоянии. Поэтому, конечно же, мы понимали, что на это тоже нужны деньги. Естественно, это должны быть муниципальные деньги, потому что это муниципальные детские садики. Естественно, они должны быть из бюджета, то есть нужно было привлечь внимание людей, принимающих решения. Вообще-то не мы сделали это открытие, то есть инициативы со стороны самого персонала были, но так закончилось и ничем. Были крики, были эмоции, но не было сделано юридической основы, базы не было. Что если вы хотите чего-то добиваться, то нужно действовать в соответствии с процедурами. Эти бы процедуры обеспечивали обязательность ответственности со стороны местного самоуправления. Мы с этими подписями пошли к самым более-менее активным членам Сакрыбула и попросили рассмотреть каким-то образом этот вопрос на Сакрыбула. Საზოგადოების საპროსტომაზე მოიტანეს ფოტოსურათები, მე ზუსტად მახსოვს ეს გადაღებული სამზარეულო, სადაც მზადდებოდა და როდესაც ვნახე მართლა ჩოქში ვიყავ, სიმართლე რომ გითხრათ. Და აი ამის შემდეგ ამან უფრო გადამაწყვეტინა, რომ რაღაც სერიოზულად ჭირდებოდა ამაზე ხელის მოკიდება. Нас смущал вопрос, почему не оценивают. Конкретно, кто-нибудь знает, оказывается, что никто не оценивал на самом деле состояние. Этим потом занялись мы. Мы выезжали в садики, мы просматривали, мы делали такой, составляли такой протокол. Местное самоуправление все-таки сделало такое стратегическое планирование развития инфраструктуры. Бавши бы мудвен ухлехтебат сва ситуацию. Бавши сатвис ес кмис ганц оба симиса, ро укетесад моергос, сабавши бахста савлис процессас. Может быть, я тоже была большим скептиком в самом начале всех этих кампаний по адвокатированию. Наверное, я тоже не совсем верила в то, что можно делать, можно реально достигать каких-то изменений. Когда ты видишь вокруг себя такое море проблем, такое бездействие, в общем-то, людей, и ты обнаруживаешь, а ты, оказывается, что-то можешь сделать, то мотивация вдруг появляется, и она нарастает по мере того, как ты видишь позитивность результатов своей деятельности.